Никита,
Дети Мурмурения продолжения поединка готовились от представителей Самарской области Руслана Валентина. Он занимается 13 лет, мастер спорта, чемпион по поводу 2016 года, чемпион чемпионата по поводу 2017 года, чемпион победитель Всероссийского турнира класса А в Казани, чемпион чемпионата Самарской области. Провел 130 боев, 95 победы. Тренируется первый тренер на площадь. На данный момент тренируется у Синякина, Гришина и у Сольцева. Thank you.
встречи победа одержал боксер красного.